Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Успешная карьера 41-летнего Александра Колтового началась с нашумевшего телепроекта «За стеклом». Шоу молодой человек покинул после скандала с внучкой Светланы Светличной, Марией Ивашовой. Сразу после ухода из проекта Александр Колтовой начал строить карьеру на телевидении. В последнее время он работал ведущим на канале НТВ, где вел программы «На дне» и «Звезды сошлись», где заменил в сентябре этого года Оскара Кучеру. Александр Колтовой был известен своими экстремальными увлечениями. Несколько лет назад он окончил летную школу и получил разрешение на управление легкомоторным самолетом. Именно это увлечение Александра пилотированием и привело его к гибели его самого и девушки, которая находилась с ним на борту. Самолет, на котором телеведущий попал в авиакатастрофу, он приобрел относительно недавно совместно с друзьями. В день аварии мужчина вылетел с аэродрома Мячково в сторону Рыбинска. Авиакатастрофа произошла в Люберецком районе Московской области. За несколько минут до крушения самолета Александр успел передать диспетчеру, что на борту произошел пожар. Возможно, причиной происшествия была неисправная проводка. В первые часы после авиакатастрофы в СМИ появилась информация о том, что вместе с Александром Колтовым погибла его супруга Инга. Но позже эта информация была опровержена. Спустя несколько дней выяснилось, что спутницей телеведущего на борту была заместитель руководителя департамента банка, 33-летняя Наталья Климова. Девушка окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности менеджмент. Будучи студенткой, познакомилась со своим будущим мужем Максимом. Пара воспитывала двоих детей возрастом 5 лет и 3 года. Всего за полтора года девушка сделала головокружительную карьеру и поднялась от простой сотрудницы до замдиректора. Как блондинка оказалась на борту самолета с Колтовым, объяснить не может ни жена Александра, ни супруг Натальи. А как думаешь ты, почему эта девушка оказалась в одном самолете с Александром? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.